Всем привет, друзья мои, с вами снова Костя, и сегодня я расскажу вам, как же я снимаю свои видео для всеми нами любимого сайта YouTube. А во второй половине видео я расскажу вам, какие же каналы люблю и смотрю лично я. Начну я, пожалуй, с технической стороны. На самом деле не так уж и важно, на что снимаете лично вы, но в 2015 году нам всем, конечно, приятнее смотреть на картинку в разрешении Full HD и желательно, где все очень четко и ясно видно. И я расскажу, на что снимаю я. Для этого мне потребуется такая небольшая камера. Вы видите, как это все происходит. У меня камера, она называется Canon 60D. Это не реклама. Я купил ее где-то 4, может быть, 4,5 года назад, и она до сих пор мне служит очень хорошо. Объектив, на самом деле объектив, тоже дорогая вещь. Когда я его покупал, он стоил 25 тысяч рублей. И... ну, на самом деле, я не скажу, что вам нужен такой дорогой объектив. В принципе, в комплекте идет довольно неплохой объектив, если вы просто хотите снимать видео для своего дома. Или для Ютуба. Также я бы посоветовал вам иметь вот такой вот микрофон. Потому что микрофон, встроенный в камеру, он не очень хорошего качества. Но, в принципе, это на ваше усмотрение. Просто я очень сильно беспокоюсь о качестве всего в своих видео. И, говоря о качестве видео... надо не забывать о самом главном, это свет. И нам очень повезло, что в этой квартире у нас очень большое окно. И сейчас, хотя не так уж и солнечно, но все равно оно дает нам очень много света. Но и при этом я дополнительно использую вот такой вот источник постоянного света. Он тоже не обязателен, но с ним как-то картинка выглядит более красиво, я бы сказал. И вот так это выглядит все сзади. Я снимаю в этом углу, потому что в остальном месте у нас бардачок чуть-чуть. Извините. Но это что касается чисто стационарных видео, которые вы снимаете у себя дома, потому что если вы идете куда-то на улицу или в другое место, вы, конечно, не сможете брать это все с собой. Даже на зеркальную камеру не очень удобно снимать на улице, потому что она улавливает все посторонние звуки, она трясется, она слишком большая и громоздкая. Поэтому свои влоги, если вы смотрите наши влоги, я снимаю вот на эту небольшую камеру, она называется Canon S120. И, в принципе, она довольно дешевая сейчас. Ну, как сказать, дешевая, до $250. Для камеры это дешево. У нее очень хорошая стабилизация изображения. И, в принципе, вы можете ходить, так снимать, себя снимать. И у вас не будет очень сильно трястись экран, потому что очень многих... включая меня, от этого болят глаза или вас укачивает. Поэтому это очень важно в наше время для влогеров. Ну и вы так выходите, снимаете себя, все остальное. Конечно, этой камеры не такой большой сенсор, поэтому качество изображения, наверное, зрительно видно, что оно хуже. Но эти минусы, они покрываются тем, что она очень компактная, и вы можете ее брать с собой везде. И, соответственно, вы можете снимать все, что вокруг вас происходит, даже довольно незаметно. Для меня это очень большой плюс, поэтому я решил купить свою такую камеру. Еще очень часто, наверное, самый частый вопрос, в чем ты обрабатываешь видео. На самом деле, по секрету скажу вам всем, что это самая малозначительная часть всего процесса, потому что программ, обрабатывающих видео, очень много, и делаю я в них не так уж и много. Все зависит именно от камеры, от объектива, от того, как вы ставите свет. И, наверное, все. От настроек камеры. Какие вы можете поставить. Я просто до этого занимался профессиональной видеосъемкой, и поэтому я уже все об этом знаю. И, в принципе, снимать видео для YouTube для меня очень легко. Но возвращаясь к вопросу, в чем же ты обрабатываешь видео, я обрабатываю свои видео в программе, которая называется Adobe Premiere Pro. Это родственная программа к Adobe Photoshop, поэтому раньше я занимался Photoshop'ом. И, в принципе, переходить на другую программу от этой же компании довольно легко, потому что там все практически так же. Еще могу вам посоветовать программу Sony Vegas Pro. Если у вас MacBook, у вас есть там iMovie, наверняка программа iMovie. В ней тоже очень легко обрабатывать видео. Но что касается легкости создания видео для YouTube, для меня это легко только с технической стороны. С психологической стороны довольно сложно. Мне кажется, как и большинству людей, они немножко сковываются, когда их фотографируют или когда их снимают на видео. Вот так вот, вначале у меня было все так же.
потому что я бормотал что-то, не мог вести себя как-то натурально, реалистично на камеру. Да, и сейчас я это делаю не очень хорошо, но сейчас я уже немножко могу заставить себя делать это все более-менее натурально. Но вначале это был просто тихий ужас, поэтому несколько видео я не стал выпускать только из-за того, что я вел себя там очень странно, и зажато, и скованно, и это было бы просто неинтересно, мне кажется. Что я могу посоветовать, если у вас есть такая проблема? Просто снимайте побольше, и со временем вы привыкнете. И вначале очень часто, если вам самому не нравится видео, или то, как вы записали, или то, что вы говорите на видео, скажу вам по секрету, что практически все свои видео мне не нравятся. Мне не нравится то, как я себя там веду, то, что я говорю. Но это такая самокритика, она, в принципе, свойственна очень многим людям. И, наверное, это что-то подсознательное. Может быть, вы думаете, о, это видео видит 1000 людей, а я тут как-то неправильно что-то сказал, ударение не так сделал, или интонация какая-то вымученная и неправдоподобная. Но, в принципе, это все остается на суд вам, потому что вы смотрите это видео, а я понимаю, что, читая ваши положительные комментарии, я понимаю, что, в принципе, это видео не так уж и плохо. Конечно, такая самокритика, она довольно полезна в том плане, что вы каждое свое видео, вы стараетесь сделать его лучше, чтобы оно понравилось и вам. Ну, конечно, если вы человек, который любит себя, и вам не важно, что подумают или скажут другие, то, конечно, это очень здорово смотреть на таких людей, потому что они изучают уверенность, и, в принципе, если они не говорят каких-то сущих глупостей, то мне нравятся такие авторы на Ютубе. К сожалению, я не такой человек, я слишком самокритичный и зажатый, но все люди имеют право на то, чтобы быть такими, какие они есть, и поэтому в этом нет никаких проблем. Кто-то, и даже если вы зажатый, на моем примере вы можете увидеть, что даже если вы какой-то скромный, зажатый человек, то вы сможете снимать свои видео для Ютуба. Возможно, это будет чуть-чуть сложнее для вас, потому что очень много всяких мыслей одолевают, когда ты заливаешь видео. Но это только первое время, сейчас я заливаю видео, и мне практически все равно. Мне не все равно на вашу реакцию, но мне все равно на людей, которым что-то не понравится. А поверьте, таких людей будет много. Даже у нас, где-то, мне кажется, у нас 99% это супер замечательные люди, которые оставляют только положительные комментарии, но иногда проскакивают какие-то отвратительные комментарии, которые задевают нашу национальную принадлежность или там... вещи, которые мы, о которых мы рассказываем, они это все поливают грязью, но люди, они разные, бывают, есть и плохие люди, и такие жестокие, просто я блокирую сразу таких людей, поэтому вы, наверное, не увидели ни одного плохого комментария к нашим видео, потому что если вам не нравятся наши видео, просто проходите мимо, я не заставляю их смотреть, он YouTube, он огромный, и вы найдете видео у нас любой вкус и лад. Но спасибо вам, друзья мои, которые оставляют такие теплые и хорошие комментарии. Эти комментарии, они нас стимулируют на то, чтобы записывать видео все лучше и лучше. И надеюсь, когда-нибудь мы вырастем в такой канал видео, которые будут нравиться всем, абсолютно всем, даже хейтерам. Привет вам. Ну и, конечно же, важно оставаться собой, потому что этот сайт называется YouTube. Поэтому делайте, рассказывайте нам о том, что нравится лично вам. И делайте это искренне, тогда, я уверен, люди к вам потянутся. Ну и в конце, как я уже обещал, я расскажу вам о каналах, которые смотрю лично я. В принципе, круг каналов, которые мне нравятся, он очень широк. В этом видео, наверное, оно затянется на много-много минут, если я буду рассказывать вам о каждом канале. Поэтому я отброшу все спортивные каналы и отброшу все каналы, которые связаны с компьютерным играм, потому что это все такое мужское, для мальчиков, я бы сказал. Начну я с двух каналов. Это две подруги, две девушки. И они подписались на наш канал очень-очень давно, когда наш канал только начинался, по-моему. И мне кажется, их видео будет вам очень интересно, особенно если вы любите читать. А читать в наше время – это очень важно, потому что книги, они расширяют наше мышление, наше сознание, они защищают нас неким образом, потому что в наше время очень много потоков информации, которые давят на нас, и поэтому мы можем окунуться в книгу, забыть обо всем, погрузиться в новый мир. Поэтому я советую их каналы. Это Аля и Оля Понедельник. Очень интересные два канала. Они рассказывают о книгах. И хоть большинство книг там, они немного для девушек. Ну, не немного, для девушек. Они рассказывают и о многих интересных книгах, которые они как бы и для мужчин, и для девушек, унисекс. Ну, и в принципе, мне кажется, все книги стоит прочитать. Нету каких-то супер женских книг, кроме 50 оттенков серого, наверное.
я не знаю, и признаюсь вам, в детстве я начинал читать с книг Дарьи Донцовой. Потому что моя мама очень любила эти книги. Она вообще очень любит читать до сих пор. Ну, конечно, Дарья Донцова она не читает. Так вот, я прочитал 5 книг. И потом мне показалось, что эта Дарья Донцова, она пишет как-то слишком одинаково. И в конце просто я уже понимал, кто преступник, кто вор там, или кто негодяй. Но потом я, конечно, вырос в плане чтения. Я прочитал всего Гарри Поттера. Пришел на других западных, более серьезных писателей. Прочитал «Властелина колец». Но любимой книгой... наверное, является для меня, не знаю, конечно, серия «Гарри Поттер» — это бесспорно одна из самых любимейших книг, но мне еще нравится книга «Игра Эндер», очень интересная, советую вам посмотреть фильм, но сначала прочитайте книгу. Ну и так как наш канал связан с Кореей, мне кажется, вам понравится еще этот канал, а возможно, вы пришли к нам с этого канала, канал Кати Глобы. Она в последнее время снимает очень много видео, связанных с кей-поп, это такой жанр музыки здесь, в Корее, он очень популярен сейчас среди мира. По всему миру. Кате очень нравится эта музыка, и поэтому она снимает видео вида реакция. Реакция — это очень интересный формат, он сейчас очень популярен в западных странах, и почему-то он всегда связан с корейскими видео, потому что, когда выходит какой-то новый клип южнокорейской группы, то все люди, просто не смотря этот клип, они устанавливают камеру и начинают смотреть этот клип, и параллельно идет само музыкальное видео и реакция этих людей. Довольно интересно это смотреть, мне тоже иногда я смотрю эти видео, они довольно забавные, милые, особенно когда люди смотрят выступления своих любимых групп, это, понимаете, это очень большие эмоции, а все мы любим посмотреть на чужие эмоции. Поэтому у нее это довольно интересный формат, и она, мне кажется, единственная, кого я знаю, в русскоязычном сегменте Ютуба, который занимается этим, и она практически одна из немногих, кто вообще рассказывает о кей-попе и корейской культуре. Поэтому я вам советую посмотреть, особенно если вы тоже являетесь фанатом корейской культуры. Ну и, конечно же, если вам нравится Корея, то вам нравится Япония. Это факт, шучу. На самом деле, просто все азиатские страны, они довольно необычны для нас, и поэтому они вызывают очень большой интерес. Поэтому, если вам все же нравится Япония, то советую вам подписаться на канал. Ну, просто посмотреть видео на канале Дмитрия Шамова. Он довольно интересно рассказывает о Японии. И мне забавно всегда смотреть эти видео, потому что очень многие факты, какие-то необычные черты японского характера, которые он рассказывает, я их подмечаю то же самое в корейцах. Возможно, это потому, что исторически Корея и Япония были очень сильно связаны. Но тоже... Даже мне, я до сих пор смотрю все эти видео Японии, и все время какие-то одни и те же вещи. Ну, про кухню я не говорю, кухня, она здесь просто смешанная, потому что слишком близко живем, все едим рис, так сказать. Но, с другой стороны, он, наверное, один из многих ютуберов Японии. Он рассказывает все очень интересно, доходчиво, и подмечает какие-то такие... тонкости, что ли, или необычные вещи в культуре именно жизни Японии. Потому что о себе такого сказать не могу. Вы смотрите мое видео, но вы видите, наверное, только внешнюю сторону Кореи, потому что о каких-то внутренних, психологических и культурных различиях говорить довольно сложно, потому что я уже пытался об этом говорить, и потом мне начинали писать в комментариях, вот ты не прав, вот я встречал таких корейцев, они вот такие, они такие, как ты говоришь. Поэтому я решил забросить это дело, потому что не то, что я не люблю критику, просто я понял, что все люди, они видят жизнь в стране по-разному, в другой стране. Поэтому даже если в своей стране, там, я вижу Россию так, а кто-то другой видит Россию по-другому. Поэтому все эти политические вопросы я не буду обсуждать, извините. Но все равно, тем не менее, просто советую вам подписаться на канал Дмитрия Шамова, там очень много интересного. Ну и еще один канал, который я могу вам посоветовать. Я с этим парнем не знаком, как и с Дмитрием Шамовым, мы не знакомы. Но вот этот парень, про которого расскажу, он очень крутой чувак. А его зовут, не знаю, как его зовут, Олег, по-моему. Но вообще у него кличка есть, Славный Друже Обломов. И... канал вы можете просто найти, введя Рукремов в поиск на Ютубе.
этот парень снимает только о еде, практически только о еде. У него есть два других канала, он там снимает о других вещах, но самый крутой канал у него о еде. Он там делает обзоры каких-то доставок по городу Санкт-Петербург. Он реально оценивает там качество еды, цены, вес. Самое интересное — это вес, потому что очень часто у нас в России почему-то не докладывают еды, как оказалось. Но еще он, хоть и говорит, что не умеет готовить, но он очень здорово снимает видео про готовку, хоть он говорит, что не умеет готовить. Все выглядит очень аппетитно. Особенно выпуски, где он готовит какие-нибудь стейки. Мне очень нравится. Он это делает в своей неповторимой манере, потому что он очень забавный мужик и, как сказать, забавный, не обидеть его. Он такой свойский. Честно говорю, он это делает для того, чтобы люди тоже готовили такие видео, ну, как я подозреваю, потому что очень многие люди реально потом готовят это все, но я просто смотрю его видео, когда сам кушаю. Довольно забавно, потому что у меня такая, ну, не то чтобы сказать строгая диета, но однообразная диета. Но когда я смотрю выпуски, я как будто кушаю с ним. И поэтому, хоть это и странно, но это помогает получать удовольствие от своей еды, от курочки там вареной с риском. Поэтому советую вам подписаться на его канал. Там очень много интересного, и он очень регулярно выпускает видео. Прямо в неделю видео 3 или 2-3 видео он точно выпускает, в отличие от меня. Поэтому, когда я не выпускаю видео, смотрите каналы этих людей. Вы не пожалеете. Но несмотря на это все, спасибо вам, друзья, что вы остаетесь с нами, что вы смотрите наши видео, что вы комментируете, пишете, оставляете нам комментарии в Инстаграме. Спасибо вам за все, потому что это реально много для нас значит, и это дает сил выпускать наши видео, хоть и не так часто, но все равно какая-то есть обязанность, что ли, перед вами сделать видео, потому что вы ждете. Поэтому за это я и благодарен вам. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, поставьте большой палец вверх. Если вы новенький на этом канале, то не забывайте нажать кнопку подписаться. Здесь много интересного. Также оставляйте ваши комментарии. Ну, а с вами был я, Костя. И увидимся с вами в следующем видео. Пока! Всем привет, друзья мои! С вами снова Костя. И сегодня, как я и обещал в предыдущем видео, я буду пробовать Honey Butter Chip. Эти чипсы стали настоящим явлением в Южной Корее, потому что все почему-то в один момент захотели.